Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». В Подмосковье началось строительство трех объектов в сфере образования. Как сообщает пресс-служба главгостройнадзора Московской области, в Подмосковье началось возведение трех объектов в сфере образования общей вместительностью на 1800 мест. Строительство одной образовательной школы в 10-м микрорайоне Раменского и двух пристроек к школам в Химках и Видном ведется по программе строительства объектов социальной инфраструктуры. На данный момент на строительных площадках всех трех объектов ведутся подготовительные работы, устанавливаются ограждения территории. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!